Охуеть. Всем привет, сегодня у нас 13 серия. Начинаем. Походу сейчас будет охуенная тема. Самая охуенная миссия, блядь. Типа мы будем в немецкий хор. Будь здесь! Давай хуярь. Давай по Берику нахуй, ебать. Так, отлично. Эванс, нам с тобой надо попасть на нижнюю палубу и найти оружейный склад прежде, чем выводить из строя двигатель. Держись рядом со мной. И если только ты не подучил немецкий, оставь переговоры мне. Отец, ты останешься здесь. Будь готов убраться отсюда, как только тебя заметят. Походу нам пиздец, если мы, блядь, сейчас это взрывы, правда? Что, дигерап? Bitte eine Erlaubnis. An Bord kommen zu dürfen. Erlaubnis erteilt. А ты шо, блядь, полетели? Dürfte ich wohl Ihre Papiere sehen? Wo ist Fregattenkapitän Schmidt? Müsste zu einem dringenden Treffen mit Admiral Döhne. Alles in Ordnung. Willkommen an Bord. Что ты дивишься нахуй на меня? Ты, блядь, чмо, ёба. Пиздец тебе, понял? Я тебя убью нахуй. Давай на педаль, блядь, что ты тупишь, блядь, дебил старый. Ебать, не смешно бежать, ну нахуй. Думаю, таким образом мы сможем попасть вниз. Я синхуй, блядь. Опа! Ёбка, блин. Привет, брат. Пиздец ты, блин. О, за походу сейчас там начнется рубило его, блин. Давай, Маугли, ёбаный, бежи скуришь. Dürfte ich wohl Ihre Papiere mal sehen? Ich muss das überprüfen. Einen Moment bitte. Ich habe einen Offizier hier. Er sagt, er habe Papiere. Пизда вам нахуй, ребята. Алло, оружие и взрывчатка, живее! Вдоль этого коридора паровые котлы судна. Пока мы будем идти, будь на стороже. Немцы тут наверняка так и кишат. Суки, блядь, убил его.
Так и та на прайсе захуярила, заебись. Пиздана. Ебать рыло, да? Хуя! Сука, ты чмо аж там? Еба! Хуйло, да, блядь? Все, на педаль нахуй висит. Нема мене, блядь, не найдете ублюдки. Сука, як від це вийти нахуй? Все, пиздец, финиш. Мы потеряли капитана, черт! Отличный парень был. Надо выбираться из этого проклятого места. Все, всем спасибо за просмотр, до следующих серий.